состав Лиля. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. В защите Антонио Рудигер играет с Тиаго Силвой. Нголо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Став Лиля. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. В защите Антонио Рудигер играет с Тиаго Силвой. Нголо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Став Лиля. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. В защите Антонио Рудигер играет с Тиаго Силвой. Нголо Канте с первых минут играет с Жоржиньо в центре полузащиты. И в атаке сегодня сыграет Ромелу Лукаку. Всем привет и добро пожаловать на футбол, где бы вы ни находились. Работать для вас будут Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Смотрим многообещающий матч. Это Лилль против Челси. Сегодня у обеих команд есть отличная возможность проверить составы и попробовать новые сочетания на поле. Думаю, оба тренера сегодня ждут от своих подопечных максимум выкладки. Как тебе все внимание, что было вокруг Лукаку перед этой игрой? Однозначно пойдет вперед и будет искать моменты. Он хорош в завершающей стадии, и партнеры это прекрасно знают. Марта 76 года отличился игрок Астон Виллы Крис Никол, который сделал два дубля в матче, забив два мяча в ворота соперника Лестер Сити и два в свои. Больше в той встрече никто не забивал. И матч закончился со счетом 2-2. Это состав... Игра началась, смотрим. На угловой он мяч выносит. Центр штрафной, мяч с углового летит. Не смог защитник как следует мяч вынести, все еще опасно сейчас. Не получилось пробить точно, и мяч идет мимо ворот. Обратим внимание сегодня на тактику.